Рад всех приветствовать, друзья. Здравствуйте. Два классических рабочих ножа, универсал и таежный, вашему вниманию, в аналогичном исполнении. Как я и говорил, периодически будем делать парами. Погнали смотреть. На клинках. Кованая сталь H12MF, 61 единица, термообработка. Оба ножа резачки, спуски от обуха, легкая вогнутая линза. Финиш клинков, полировка. Рукояти, друзья, сразу обращаю внимание, как видите, по размерам под, скажем так, кисть выше среднего. То есть я тоже об этом говорил, что будем периодически делать разные рукоятки, чтобы каждый под свою руку мог подобрать. Поэтому обращайте внимание. Термоясень, вставка, искусственный камень кориан, традиционная пропитка даниш. Больстер наборный, латунь, G10 проставки. Темляк, бусина, все как обычно в комплекте. Размер ножа универсал, друзья. Общая длина 259 мм, клинок 131, 30 ширина, обух 3,7. Первый красавчик есть. Нож таежный, друзья. По исполнению клинка, по материалам, по рукояти все абсолютно аналогично, как вы видите. Но немножко оттенок искусственного камня отличается. То есть рукоятка тоже под, скажем так, массивную кисть. Размеры ножа таежный, 275 общая длина, 146 клинок, 32 ширина, в обухе также 3,7. Вот смотрите, кому какой, друзья, подойдет. Оба отличных резачка. Кто-то любит среднеразмерный, кто-то уже погабаритней, как таежный. Любой нож, друзья, по стоимости 4000 рублей. Естественно, с ножными, кожа теснения, два подвеса. И вот так сидят в ножнах.